Всем привет, с вами Матвеева Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Сегодня у нас 26 октября 2021 года. Погода чудесная, сегодня будет плюс 15. И можно было бы это все отложить. Ну, я начну, потому что многие спрашивают уже, как укрывать, не терпится укрывать. Ну, собственно, можно уже начать укрывать, потому что начало ноября, там уже будут хорошие минусы. Хотя можно было бы до середины ноября, осень очень хорошая, еще и не закрывать. Ну, в общем, у кого как получится. Я нахожусь в средней теплице, теплица 4х6. Здесь у меня растет виноград сорт ЧБЗ. Я его ранее обрезала, уложила. И вот он под укрытием вот так лежал. Сейчас я немножечко добавила пленки, траншея просыхала. Ну так, не сильно прям, где-то добавила, где есть возможность пленку, где-то нет. И картон стелить не буду. Я делала и без пленки, и без картона, и с пленкой просто, и с пленкой с картоном. В общем, разницы вообще в принципе никакой нет. Ну, если хочется поработать, поразвлекаться, пожалуйста, можно. Вот пленка, вот этот укрывной. Он особой роли не играет, вот этот укрывной сейчас. Единственное, что его можно было бы сбрызнуть дегтем. Ну, чтобы мышек отпугивать. У меня мышек нет. Я даже это делать не буду. Вот и траншея, я это не делаю. Траншея поверхностная. То есть здесь нарощена. В траншее земля, уровень общей земли. То есть я повторяю, у меня поверхностная посадка, но траншея сверху. Сверху, на поверхности. В общем, она здесь, эта тряпка живет на случай осеннего и весеннего укрытия. Я ее не убираю, потому что она прикреплена вот здесь степлером деревяшки. Вон, видите, прикреплена. И, в общем, она тут живет, как и пленка. Пленка тоже два слоя. Вот один домиком и побольше второй. Чтобы мне домиком весной и осенью на дозаривание или для старта укрывать. Зимой особой роли вот в этих вот вещах нет. Что я делаю, в чем есть какая-то роль? Это я вот делаю мешки вот такие. В данном случае здесь стружка будет первым слоем, и еще сверху слой будет опилок. Вообще я делала два слоя опилок. Но вот я решила облегчить себе немножечко задачу. Стружка полегче. Сделаю первый слой стружкой. Один слой стружки оказался мало, оказалось мало. В другой теплице я делала эксперимент в прошлом году. Просто стружку в один слой. Деревянную стружку сухую. В общем, оказалось этого мало. Поэтому вот будет стружка и будут обычные опилки также в мешках еще один слоем. Воздушные прослойки я никакой не делаю. Воздушная прослойка, она сама по себе. То есть кусты уже большие. Они плотно к земле не прилегают. Вот пока они были маленькие, да, там можно какие-то досточки было прокладывать, чтобы был воздух. А так он здесь и так будет. Вот кое-где на рожки, то есть рожки вот эти будут держать мешки, да, не будут давать им плотно укладываться. В общем, сам виноград делает сам себе эту воздушную прослойку. Поэтому я ее не делаю. Все, здесь будет два слоя. Укрытие это занимает у меня 10 минут. Укрытие и открытие ровно 10 минут сходить до сарая. Взять 2-3 мешка, принести, положить и так далее на всю траншейку. Все, всем пока!